аппарат вашему вниманию представить. Идеальный аппарат. Ни сколов, ни царапин, ничего. Абсолютно в идеальном состоянии. BlackBerry Q20. Classic. Все клавиши абсолютно работают. Полностью рабочий телефон. Программировать можно кнопку. Плюс-минус. Здесь у нас лоток под нано-сим-карту. И второй лоток под SD-карту. Кнопка включения-выключения. Ну, соответственно, микро-USB разъем. Все полностью рабочее, как я уже сказал. Я им активно пользуюсь. Единственное, что в нем... Он вообще как новый. Носился постоянно в чехле. Вот. Единственное, что в нем как бы печально. Не знаю, что с этим делать. В общем, показываю так, как есть. Здесь есть BlackBerry ID. Вот он. Ну и он заблокированный. Человек, у которого я его покупал, сказал мне, что пароль, который мне сказал человек, который мне его продал, я сообщу при встрече. Но то ли я не могу к нему подключиться, то ли VPN неправильно я настроил. Ну, в общем, как бы маемо то шо маемо. В общем, вот все, куда можно зайти. А так, в принципе, он полностью рабочий. В интернете можно полазить, в браузере ютубчик посмотреть. Шустрый, ни динамики не глючные. В принципе, всем устраивает, особенно своим крошечным размером в кармане после больших Android-смартфонов. Самое то. Вот. Такой простенький телефон. Приложение из Google Pay на него можно поставить. Но опять же, для того, чтобы их запустить, нужно будет потом пройти аутентификацию. У меня, к сожалению, это еще не получилось сделать. Если кого-то заинтересовало, цена на Авито